Бывший воспитатель детсада Галина Анипко каждый год 9 мая приходит в сквер памяти с живыми цветами. С тех пор, как на одном из памятников погибшим в локальных войнах увидела фотографию своего воспитанника Андрея Лыхина. Я его на кладбище хожу поминать. Хороший был мальчик. Очень. Жалко, что не пожил. Он был высокий, по сравнению с другими детками, стройный и веселый, хороший был. В Первой мировой войне погибло 10 миллионов человек, во Второй – 50 миллионов. В локальных войнах и конфликтах 1945-95 годов погибло еще около 50 миллионов человек. 110 миллионов жизней. Помнить и скорбеть о них мы должны не только 9 мая.